Здравствуйте, товарищи. Сложности с кланом. Конечно, количество доктакс важно, но важнее, на мой взгляд, активность игроков клана. Было бы замечательно, если бы можно было их группировать, выстраивать по количеству доктаксов, собачьих жетонов и по активности. Еще хорошо бы почему-нибудь. По участию в войнах. Участвовал, не участвовал. Сколько звезд собрал. Было бы замечательно. Особенно это актуально в окошке войн. Когда выбираете. Сейчас. Это не показать. Но там при выборе членов отряда войны нет указаний на активность игрока. Это неудобно. Очень неудобно. И хорошо бы как-нибудь отмечалось, в скольких войнах участвовал, сколько звезд собирал, эффективность военная какая-то, чтобы было ранжировать по военной эффективности. И не упомнить, кого ты брал в последнюю войну в команду, кого не брал. Не говоря уж о том, что вот это вот я попросил разработчиков увеличить текст, шрифт, а то плохо видно, мелко очень. Вот, последний раз был активен 30 дней назад. 30 дней. Здесь ничего не видно. Шрифт увеличили, но теперь не видно дни и часы. Последний раз был активен 32 дня, 22 часа назад. Что мы предлагаем? Скромненько. Используя экранную лупу. Вот. А там у них есть штучка, как ее. Там у них есть это. Точки. Нет, точки не ставят и пробел не делают. Это хорошо. Экономия места. Вот видите, как длинно здесь, длинно. Чем короче будет, тем больше можно будет сделать шрифт. Поэтому предлагаем сделать следующую надпись. Это мы, значит, убираем, это убираем. Это убираем, и это убираем, и это убираем. Получается, коротко и ясно. Был 52 дня, 12 часов назад. Просто был и все. Был. 52 дня, 12 часов назад, для примера. И все. Да,
Часы, конечно, лучше не убирать. С часами как-то лучше. Если... Можно так. Если меньше дня отсутствовал. Спасибо за внимание. До новых встреч. В эфире. Спасибо за оперативно внесенные изменения дорогим нашим разрабам. Чуть-чуть подкорректировать. Не нужно это вот. Последний раз был активен, просто был, и все. Дни, часы назад. А точка есть? Интересно. Точки нет, это хорошо. Чем меньше знаков, тем лучше. Тем больше шрифт. Вот какие-то надо сведения насчет активности военных действий. Прямо в табличке, а не в информации. Прямо в табличке где-нибудь пристроить какие-нибудь значки. Количество звезд, заработанных в последней войне. Сколько войн назад был. В скольких войнах участвовал. Участвовал в последней. Или предпоследней. Или предпоследней. И так далее, и тому подобное. Все. Спасибо за внимание.